дарит. О. Иди ты. Фу, фу. Так, это что такое? Ну-ка, раз. Не гоняйте, кошка, не надо. Сейчас я развернусь. Там собака идет. Вот, пахал носом, вот и эту собаку. Так, Люба, возьми Дарик, а? Дарик, иди сюда ко мне. Иди. Иди ко мне. Возьми его на. Стоять! Ушел. Раз. Стоять. Люба, позови его. Проше! Эй! Успокойся, а! Профессор! Я кому сказал?
Че он нам тут голову дурит? Турецкую музыку, да? Молодцы. Куси его, Капа. Куся. Куси, Мася, его. Куся. Капуся. Капа. Капа. Капа, дура. Тупая морда. Куда? Капа. Ты мой золотой замерз. Капусик. Капуся. Капа. Масик. Ты, ну никак. Иди ко мне скорей. Иди скорей, Коп. Иди к папе скорей. Иди скорей. От, приду. От. От. Гуляй. Молодец, дедушка, хорошо. Хорошая дедушка. Умница моя собака, все. Ну-ка, где тряпочка, где тряпочка? Где тряпочка? Понимаешь? Дедушка, Коза. Дира. Дира. Так, привет. Ну, не отмечу, но подключай.
Ерушка. Да. Отпусти шею. Молодец. О, умница. На место. Потом она говорит, ну да там по делам я и суп посылала на описание. Да она вот и говорит, я хочу Тишку очень посмотреть, я видела, как он приехал. Что-нибудь сделали, не сделали. Ну вот так вот. Так что она сказала, что... У вас грузовик работает? Слышишь, на улице я еще думала снимать-то, вон погода-то какая, солнце, хорошая погода. Так. Ну-ка, отошли. Сними. Да. На память. Вот, солярочка-то дешевенькая. И можно подключить где-то. А не то... Хотя мне предлагали, у меня сети-то есть, все. Зимой? Да. Тише. Отремонтировал. Узнал, что возить не надо, приедут сами. Приниматься собаки не будут на ферму. Значит, ты предоставляешь документы. Ну, сколько он? Восьмисильный, конечно, это я вообще, это вот этот я хотел бы иметь. У него 8 этих самых. Черное на черном он. Так, и профессионально. Маша, позови его, Маша. А мне? Кстати. Тихо. Маша. Он вы его туда в ту сторону нельзя перегибать. Он ко мне болезнь. Ну, Молька нормально, она после щенков нормально. Так ты видела ее? Она вообще лысая. Машка, ничего. Мне вот ты так приподняла, не... во. Как задние лапы не очень мне нравятся. Спина хорошо. В деревне научил. Не размочены. Кинулся, не размочены. Но они уже любовь. Я им сухого хоп. Смотри, что на спинах делают. Да. Они сейчас вот похудели, потому что пошли вверх все. Да. Нет, и меняются не сейчас. Вот, да, тут три дня еще немножко. Извините, с 8 часов они не ели. С 8 часов вечера. И не ели до 10 часов утра. А-а-а. Так сама понимаешь. Два дня подряд такое, вот, да. Вон тут. Вот мне нравится, становятся они такие, вот, знаешь, сволочь. И делишь на три раза. Разовую дозу делишь на три раза. Вот хорошо стоит. Хорошо стоит. Это Молькин, что ли, с белым пятнышком? Да. Молодец, молодец. Хороший мальчик, хороший. Женщина. Сегодня тоже должна баба была прийти. Идет из этого помета. Здоровый, высокий. И морда у него большая такая. Ой, какой он толстый, боже мой. Длинный, он весь несуразный сейчас такой. Какой-то такой гадкий утенок сейчас. Да, да. Гадкий утенок. Кстати, они сейчас в такой период, они сейчас хуже, чем вообще на самом деле. Да, лучше сразу. Симпатичнее становится. Вот, спасибо, вы тогда понравился он, Люба. С прокушенной мордой. Вот этот кобель. Ну, это вообще все. В рабочем качестве. Ну, это убийственный мальчик. Да все. Ах. Так, все, успокойся. Все, ты больно царапаешь. Больно царапаешь. Такие, Галя. Мы они все. Ну, а мои еще выхоженные больше, чем эти. Смотри, что делается. Приехали, слушайте. Но... Это ты видела, вот она кривая, которая в кривом-то у меня. У меня тоже раньше. Стоять! Достаточно, все. Больше не надо. Вот. Вот так вот. Хорошо, стоит. Хорошо. Вот. Отлично.
Без навесных стоит. Хорошо. Так, буду спать. А наш... Буду спать поменьше. Там в Москве он 3400. 3400. Трусливый, сучивый тип. А чем я от него страшно? Вот как? Я говорю, да что ты говоришь? Ну, прот, Катя, не наел. Прот косяками. На запад, ура, вперед с песнями. Ладно? Легко причем. Без усилий так особых. Аза, ты что вся зачесалась? Вообще ничего, вообще ничего. Зазуля, не Зазуля. Что, вдруг начала чесаться, непонятно, с чего бы это? Нанервничает она. Нервничает, да? Конечно. Зазуля, никто тебя не обижает. Там, нет, не обижает она просто. Папу, блин, будем ждать, пока папа придет. Мое солнышко любимое, мое родное, мое девочка. Торгаш. Папа торгаш, ебаная мать. Девочка моя любимая, моя пораньше уехала, сладкая, моя рыбка золотая, моя рыбка золотая. Не знаешь, как мне плохо было сердце? Я думала, до сегодня до зубного не дойду. И как назло, этот уехал мудак-то в Москву и оставил, говорю, доверенность, чтобы он сдал документы на патент. Мне, я ночью не сплю, и утром в 4 утра я проснулся, говорю, Игорь, у меня зуб, вот эта стенка вот так языком вперед-назад. Здесь отек, я говорю, слушай, говорю, мне надо к врачу. Он говорит, я не могу, я занят. Давай я дерну. А видишь, у нее что? У нее раздражение на лапках. Не знаю, может, это от этого, от что я ей даю витамины? Может быть, у нее витамин какой-нибудь. Это от этого, как его? Я ей отдаю. Что называется? Канавы. Сейчас, Зулечка. Иди сюда ко мне, Аза. Подожди, вон мало там. Аза, иди ко мне. Кого снимаете это? А всех подряд. Кстати, тут я снимал игрищи такие, игрищи, понимаешь, у них там такие дебильные. Дебильные игрищи, дебильные просто. Да, моя рыбка, вот так. А что ты напял на нее, на море, что она? На всякий случай. Ну, а мало ли. Да прямо, она что, кусает кусочек? Да, может, у нас посадку делать может еще. О, бои, собачьи бои снимает, слушай. Только рот. А, такая Зулечка хорошая приехала, да, Чук? Зулечка приехала. Это один с экрана. Девушка, я... Какой экран? Я тут бои снимаю собачьи. Наверное, ему особо так нельзя. Да. Все, давай. Я ее возьму. Чук, спокойно. Папа, как опытный гинеколог такой, понимаешь? Так, голову на бок. Вообще вяжет прекрасно. Только единственное, что нагрузка, вот видишь, такая. Вяжет он хорошо. Ты говорил, он попадает, Люба, вот он попадет. Нет, вяжет он хорошо. Он натренировался, но не до конца замок-то. Точно, вязал недавно. А, застоять. Да фальц он вообще за первую сапку повязал. Не только что, а 3 недели назад. Груши не зашли. Не зашли, да? Она зажала ему, да? Понятия не имею, Люба. Даже боюсь сейчас. Это то же самое, Матюха. Мало глупостей сделать, это моя. Нина, чем пахнет, Масик? Так а он будет сейчас нос не лезть. Здорово, здорово, Масик. Здравствуйте. Нет. Да идите. Вон, я играть не хочу ни с кем. Масик. Зергут, брат. Ну-ка скажи, что по-немецки, что там выучил по-немецки. Сейчас по справочникам. Сейчас ему скажем. Баба была, понимаешь? Гитлер капот.
Хотел спокойнее сейчас реагировать. Раньше было. Deutsche Schäferhund? Verstehen Deutsche Schäferhund? Deutsche Schäferhund. Deutsche Schäferhund. Немецкая овчарка. Да. Ну ты хоть ходила там по городу, ты хоть понимала, что там что говорит? Да прям. Он мне только переводил. Настя, ну тебе понравилось там? Ну там не здесь. Она еще там, Лена. Когда ты вообще даже не могла прийти. Была в шоковом состоянии, да, в шоке была. И все время говорила, данки шон всем. Да. Ко мне в столовую приносят пельмени. Я такая, данки шон. Все, у меня уже крыша едет. Это наша новая сотрудничка. Нина! Настюша, а сколько у тебя осталось в специализации на пятом курсе будут? Там месяц учебы, ты учишься, и тебе дают, допустим, ну, там, по мелким животным, там, по крупным животным, там, кинологи, потом там еще пищит, какие-то, по ветсанэкспертизе, вот на рынках, там, на мясокомбинатах, экспертизу мяса там проводить, вот, на всяких продуктах. А так, не знаю, просто если дадут второй диплом, то есть смысл. Я не люблю тойтерьеров московских. Это только Нинка и наши балбесы. Там мы с тобой не поздоровались, а? Это я там что-то у меня какие-то комментарии так бриться. А ты что со мной не поздоровалась? Это кто? Это Немезия. Люля. Тоже цветет. Очень красиво, такое маленькое растение. Юля, я в гости больше не буду к тебе приходить. Ты со мной не хочешь разговаривать, да, а? Скажи, можешь не приходить, только шоколад присылай по почте. Да, да. А что-то придешь и не придешь, это не так страшно. Это детская комната. Это наша вторая. Это детская комната, хорошо. А мы были... Я обещаю. Газ, водопровод... Телефон. Понятно. Я сказала, немецкая колония, ё-моё. Территорию выделили. Дай-ка потерю девочку. Куда ты, господи, таракан? Лисичку хорошая моя. Как сказала одна моя знакомая. Галант. Галант. Тили-тили-тили. С одной стороны огромный заборчик, такой, знаешь, железобетонный, там наши новые русские строят замок. Миша, а ты замок не снял? Снял. Да, строили они уже. Сейчас посмотришь, Миша. Нет, они не живут, но там уже... Мальчик мой любимый, золотой, родной, Любочка моя сладкая. Лиля, а дай мне пульт, а? Лиль. Хороший мальчишка. У нас же тоже таксочка. Это да, у меня. Такса, да, карликовая. Такая. Гладкошерстная какая? Да, гладкошерстная. Юля, упадешь, ударишься. Значит, мы у нас был в Карелии 90 километров. Да. Черный. Где дворница? Да. Что вода вытекала, то стоит вода все время. Но мы поедем в твоей машине. Поедем. Слышь, у меня один дверь не открывается. Как? Поднимается блокировка. Как ты это пережил-то, что у тебя дверь-то не открывается? Со стороны моей, с моей стороны задняя дверь. Да. Да это ерунда. Не открывается, другая сторона пускай. А дальше поедешь. Слушай, снег-то сошел уже? Да. Все. Пора сажать уже. Мы на следующей неделе хотели ехать, видишь, выставка. Что на кухне? Чайник, все готово. Слышишь?
всегда есть. Присядку. Мама, она нас будет тут складывать. Сейчас туда, сейчас сюда. Походу, туда кладешь. А это куда? Мне сейчас надо, чем более в середине, чем